Добрый всем день! Эта печальная история началась давным-давно, неделю назад. Помните проливной дождь, а видео так и называлось «Утиная гроза». Новый выводок. 9 маленьких несмышленышей. И как они веселились, все 9, под проливными потоками воды, как радовались жизни, движению, что рядом мама, она все знает и защитит, и в нужный момент спасет от беды. Но вот, прошла неделя, и на спокойной глади пруда всего 2 утенка. Они, конечно, подросли и даже очень подросли, но 2. Где же остальные братья и сестры? Неужели мир так суров, что забирает себе все, оставив малую толику жизни? Во, малыш уже хочет улететь. Да, это великий закон выживания. Ведь у тех, кто попросту сожрал 7 утят, тоже в гнезде или в норе сидят голодные детки, и их надо кормить. А вот и первый закон стабильности в природе. Закон паразитов. Все и все живет паразитируя в своей небольшой нише. А баланс природный держится на избытке производства себе подобных. Только человек вышел из этого природного круговорота. Он возомнил себя хозяином и царем природы. Смешно. COVID еще раз подтвердил это сущее заблуждение. А вы, ребята, берегите себя, берегите свою жизнь, она еще вам пригодится. Бойтесь злых хищников, а еще бойтесь больше всего хищников двуногих, с палкой в руках, изрыгающих огонь. Они не голодные даже, и есть вас не станут. Они убивают ради удовольствия. Это высшая стадия мозгового завихрения. Удачи вам в вашей нелегкой жизни. И вам, друзья, удачи и крепкого здоровья. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. И до свидания.